Добрый вечер, друзья, с вами Булавцев Михаил, и сейчас мы с вами установим на наш телефон программу Puffin. Данная программа нам необходима для того, чтобы выходить в вебинарную комнату на планерке, какие-либо совместные мероприятия, презентации, семинары и так далее. Потому что с обычных браузеров, установленных на телефон, на ваш планшет, выйти в вебинарную комнату будет невозможно из-за того, что не установлен флеш-плеер. Итак, для установки данной программы нам понадобится Play Market. В поиске вбиваем английскими Puffin. Puffin веб-браузер. Вот нам сразу всплывает. И нам нужно установить именно с птичкой такой Puffin. Если посмотреть, то их будет много. Именно вот с такой птичкой нам нужна данная программа. Нажимаем «Установить», принимаем условия, соглашаемся на все и ждем, когда установится наша программа. И как мы видим, приложение было установлено. Возвращаемся на рабочий стол. Ярлык программы Puffin у нас установлен. Теперь для того, чтобы нам зайти в нашу вебинарную комнату, нам нужна ссылка на нашу комнату. Я ее возьму из почты. Ежедневно приходит нам рассылка с расписанием. Или же вы можете попросить прислать вам ссылку где-либо в соцсети или по смс-ке вашего вышестоящего менеджера. Сейчас я ее возьму из рассылки. Нажимаю на адрес комнаты, держу, всплывает окно, что сделать, какое действие нужно сделать. Выбираю «Копировать URL», копирую ссылку. И теперь захожу в программу Puffin. Здесь везде соглашаемся, пропускаем и нажимаем «Начало». Все, вот у нас наш браузер. И для того, чтобы сохранить ссылку в нашу вебинарную комнату, сейчас создадим закладку. Нажимаем «плюс» на закладке. Место расположения нажимаем «держим» и нажимаем кнопку «вставить». Вот, вставился адрес нашей вебинарной комнаты. И имя напишем «комната». И нажимаем «ОК». Все, как вы видите, закладка «Комната» у нас создана. Теперь мы будем заходить в нашу вебинарную комнату сразу при запуске программы Puffin. Нажимаем «Комната». Загружается наша вебинарная комната. Здесь нам необходимо ввести свое имя и фамилию. Снизу вы можете увидеть значки клавиатура полупрозрачный, джойстик и с левой стороны мышь. Нам необходим будет значок клавиатуры. Нажимаем на этот значок. Курсор мы с вами уже отметили в поле, где будем писать. И теперь пишем имя, фамилия. Нажимаем «Готово». Наша клавиатура исчезла, и нажимаем кнопку «Connect» – присоединиться к вебинарной комнате. Все, как вы видите, мы зашли в комнату. Как вам удобно будет держать телефон для просмотра вебинарной комнаты. Справа вы увидите столбец с участниками вебинарной комнаты данного мероприятия. С левой стороны у вас будет чат, видео спикера, слайды. И вот здесь вот снизу мы можем писать, общаться в чате. Но единственная особенность данной программы Puffin – писать в чате мы можем только английскими словами. Также выбираем на клавиатуру, ставим указатель в поле чата, переходим в английскую раскладку и пишем. Нажимаем «Готово» для того, чтобы убрать клавиатуру. И кнопку «Send». Нажимаем «Все». Как вы видите, сообщение отправлено. Если мы попробуем
отправить по-русски, то у нас сообщение просто не набьется. Единственная особенность данной комнаты. Также функционал, как и при работе с компьютером, полноценный. Видим слайды, видим видеоролики, слышим собеседника. И в случае чего мы можем также взять микрофон. И если у вас на телефоне имеется фронтальная камера, вас будет не только слышно, но и видно. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Всем пока-пока.